Есть или не есть пост, вот в чем вопрос. Перефразируем известное выражение и тут же на него ответим. Конечно же, кушать. Главное – подобрать правильное блюдо. И сегодня у шеф-повара Сергея Звакина узнаем, что же будем готовить и потом употреблять. Здравствуйте, Анна. Ну что сегодня готовить будем? Постное блюдо такое, как кускус с овощами. То есть это будут овощи мелко резанные, пассерованные с крупой кускус. Кускус сама, а крупа делается из твердых сортов пшеницы. Начнем к приготовлению переходить. Да, надо перчик почистить, разрезать пополам, убрать внутренности. А какие, в принципе, овощи сюда можно добавить? Любые или вот именно только этот набор? Конечно, под свой вкус можно подбирать либо конкретные овощи. Кто-то перец не ест, можно его не ложить. Там хочет помидорку туда, например, или там цукини вместо баклажана. Или обычный кабачок, почему нет? А вот вы сами придерживаетесь поста? Нет. Почему? Мне профессия не позволяет. Люди же не все постятся, а надо же знать, как ты что готовишь людям. Вот, собственно, наверное, это основная причина. Овощи у нас нарезаны с грибочками. Можем приступать уже к тепловой обработке. Пойдемте на кухню. Готовить кускус. Овощи непосредственно обжаривать будем на оливковом масле, потому что оливковое масло, оно, во-первых, придаст дополнительный вкус, ну и как бы к посту очень подходит, все-таки не на сале жарить. Все, начинаем жарить с более твердых овощей, чтобы они примерно равномерно у нас одинаково все пожарились. Присыпаем. И бам! Вот, все отлично. Перчик. Я, кстати, люблю перченые, поэтому я добавлю побольше. Овощи у нас подобжарились. А теперь добавляем водички, чтобы их маленько потушить и для крупы. Всю водичку мне выливать получается? Сейчас увидим. Наливаем. А не надо мешать параллельно? Да не надо, зачем? И тишина. Хватит? Вот, да, отлично. Пришло время насыпать нам крупу. То есть начинаем сыпать. Тонкий слой полностью поверхности закрывая. Такую шапочку сделать с крупы. Теперь можно это перемешать, все дело, по-быстренькому. И все, и накрываем крышечкой. И оставляем на 5 минут, чтобы запарилось. Безусловно, преимущество этого блюда в том, что здесь практически нет специй, так что можно распробовать все овощи. Записывайте рецепт и поститесь со вкусом.